Ну, целлюлит – это такое бытовое какое-то название, это не медицинский термин. Все, что заканчивается на «ит» – тонзиллит, ринит, стоматит – это воспаление. А целлюлит у женщины – это не воспаление, это неравномерное распределение жира в клетках. Какая-то клетка содержит больше жира, какая-то меньше. За счет этого получается определенный рельеф. Если жира много, кожа истончается, устает, межфасциальные перемычки растягиваются, и кожа теряет тонус. И мы говорим, что вот это целлюлит. Это гормонозависимое состояние, как правило, то есть связано с какими-то гормональными всплесками. На мой взгляд, это то, что довольно нередко в нашей жизни бывает, это аборты у женщин, потому что организм готовится к одной теме, а его дубиной по голове бьют, и организм не может перестраиваться. В связи с этим след остается. Это первое. Второе, ненормальный образ жизни, стрессы, это и питание, потому что наши прадеды и дедушки, и бабушки жили по другим законам и питались другими продуктами. Мы сейчас, скажем, не регулируем это, не смотрим за тем, что мы поглощаем. В результате платим за это определенными издержками, в том числе и в фигуре, и в состоянии здоровья. При липосакции, после выполнения липосакции и изменения, опять же, образ жизни, потому что доктор не волшебник, он лишь только исполнитель в определенных зонах, определенных действий, определенных ситуаций. Самый главный человек в данной области – это пациент. Пациент должен изменить образ жизни. Он должен сбалансировать энергопоступление, энерготраты. Когда все это гармонично, будет класс.